подруга выставила Собчак на посмешище. Ксения Собчак отдыхает на Мальдивах со своей давней подругой, певицей Глюкозой. Артистка обнародовала снимок со скандально известной ведущей, которое произвело странное впечатление на пользователей сети. Ксения Собчак и Глюкоза, Наталья Чистякова и Ионова знакомы давно, говорят, именно благодаря телеведущей певице познакомилась с будущим мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, которому впоследствии родила дочерей Лиду и Веру. По слухам, дружба у двух блондинок своеобразная. Будто бы эти нежные отношения не мешают Собчак отправлять мужу подруге свои интимные фото. Утверждают, что телеведущая только и ждет момента, когда Наталья и Александр расстанутся, хотя сама Ксения замужем. Впрочем, много чего говорят в сети. Приятельницы демонстрируют друг к другу самые теплые чувства. На своей официальной странице в Instagram Чистякова Ионова опубликовала фото, на котором запечатлена в обнимку с Собчак на пляже. Обе облачены в купальнике. «Ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом», — оптимистично заявила Глюкоза, отметив, что снимал их муж Ксении, режиссер Константин Богомолов. Пока друзья блондинок рассыпались в комплиментах, другие подписчики неоднозначно отнеслись к снимку. Многие выразили убеждение, что он сильно обработан, а на самом деле фигура у Ксении в разы хуже Наташины. Другие сочли, что это тонкий троллинг над общественностью. Третьи вовсе заявили, что Чистякова Ионова выставила Собчак на посмешище. Дескать, очевидно, что на ее фоне невероятно подтянутая певица выглядит еще лучше. Так или иначе, Ксения Собчак давно к своей внешности относится без лишних иллюзий и даже частенько над ней подтрунивает. Телеведущая имеет чувство юмора и давно привыкла к критике. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Орлова заговорила о свадьбе после слухов о связи с Кадом. Казус на встрече Путина с принцем Чарльзом шокировал народ. Какая она после этого звезда, показавшую большую дырку Волочкову разнесли. Откровенный Путин растрогал рассказом о смерти родственника. Хочу всегда. Ненасытная Анита Цой удовлетворила себя перед зеркалом. И многое другое.